понять, Саками, Мачу и так далее, но по сравнению с Римом, Милан, это просто Сингапур какой-то. Это просто кошмар. Притом архитектура потрясающая, красота. Посмотрите, какая базилика сзади стоит, если не ошибаюсь. Церковь, назовем ее по-православному. С архитектурной точки зрения, город Микопад очень сложно, красиво. Наверное, сам улица правильно сконструирована. Еще в городе все время канализацию. Короче, в принципе, если смотреть на город, это так, город реально. Но вот так вот искать глаза и вот, вот это все. Ну как так можно? Был бы я мэром, я бы здесь порядок навел. Голосуйте за меня, пропустите. Такую Россию вы хотите, да? Вот такую Россию вы хотите, серьезно? Кстати, мне всегда было интересно, почему у нас а у нас все аккуратно. Почему? Граффити здесь поменьше. Вот прям существенно меньше, и не потому что не гадят, а потому что убирают. Понимаете, насколько эстетически и неорганически выглядит сейчас вот эта срань? Кто дал разрешение, чтобы это сюда поставить? Это же безобразие. Как оно может здесь находиться? Ну это же просто срань, сраная. Я знаю, есть большие любители летних террас, но вот это чисто захват территории. Просто кто-то отстрелял мафиози место, ну и сюда это поставил, перегородил пол улицы. Понимаете, я просто очень люблю прекрасное. Мне так неприятно смотреть, когда оно выглядит. Потому что сегодняшнее поколение, они это не строят. Они это не построят. Они строят функциональное, дешевое